Другим новостям. На учете в комиссариате Курской области более 30 тысяч ребят призывного возраста. Более 900 наших земляков уже отправились на службу в Вооруженные силы России. Многие куряне служат в частях Курского гарнизона. В этот весенний призыв на малой родине остались уже 120 человек. Имеющие семью, молодые отцы, ребята, ухаживающие за больными родителями. Призыв – дело государственное. Осуществляется по указу президента, а в субъекте федерации или в нашей области – по постановлению и решению нашего губернатора Михаила Александровича Николаевича. Войска уже отправлено 40% от запланированного числа ребят. 16% из них имеют высшее образование. Призыв продолжается, и военные заверяют, план будет выполнен.